Інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель» протягує свою роботу у ефірі. У студії працює Наталія Ігнатенка. Добрий вечір. Глядіть у гэтым випуску. Выстава-продаж «Щодра осінь» открыла в регионе сезон передновогодних выстав. Лепшую автошколу Гомеля, инструктора и курсанта вызначили сегодня в областной державоинспекции. Сегодня у Гомель доставили частинку мощи у Святой Матроны Московской. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля отбылся областный семинар-практикум «День резервиста» на тему «Развитие лидерских здольностей и рост особостного потенциала будущих керующих работников». Удел у мероприемстве приняли студенты и молодые специалисты, которые находятся у перспективным кадровым резерве Гомельского облаканкама. Они поудельничали у тренингах и встречах с молодыми керовниками, а так само наведали особные предприемства областного центра. Вероника Ворошилина с подробязностями. Открытие областного семинара практикума «День резервиста» проходило у стенах Гомельского державного медицинского университета. Тут собрались и наибольш поспяховые и перспективные молодые люди. Это выдатники в учебе, стипендиаты специального фонда президента Республики Беларусь, активисты в науковой и громадской справе. Студенты и молодые специалисты, которые зараз находятся у перспективном резерве областного выконавчего комитета. Это молодые люди, которые володуют лидерскими организационными якостями и здольные до керавницкой деятельности. Карьера, мой жизненный путь в больнице, в медицине только начался. Я врач-интерн, активно участвую в различных мероприятиях как резерва, так и совершенствую свои практические навыки как врач. Все только начинается, не хочу загадывать. Буду активно работать, стараться совершенствовать свои навыки и знания. Но дальше жизнь покажет, как сложится. Кадровый резерв, он помогает открыть себе новые качества. То есть познать человеку самого себя. Вот в частности я к своему выпускному знаю, в каких, допустим, сферах я дальше буду работать над собой. Я буду работать по специальности сначала, после университета, а в дальнейшем я уже буду стараться занимать руководящие должности. Под час проведения областного семинара практикума «День резервиста» молоди пропоновали поудельничать у цікавых тренингах и сустрэчах с молодыми специалистами, которые зараз працуют на отказных посадах. У целом, головная мета мероприемства – развитие лидерских якостей и керавницких здольностей людей, которые стоят у перспективным кадровым резерве. Мероприятие это нужно для чего? Для того, чтобы молодежь видела, какие достижения она может получить в дальнейшем. Для того, чтобы понимала, каких целей хочет достичь. Различные семинары, которые проводятся на таких, на подобного рода мероприятиях, помогают совершенствовать свои лидерские способности, совершенствовать свои какие-то знания в различных других сферах деятельности. Это дает возможность пообщаться с другими людьми, увидеть какие-то аспекты их жизни, почерпнуть что-то для себя новое и почерпнуть что-то интересное. Одним из головных питаний, расследованных по час областного семинара практикума, стала реализация державной молодежной политики у Гомельской области. Молодь – головный социальный ресурс краины, а тому зараз для людей, которые мкнутся працевать на корысть Беларуси, створяются все умовы для комфортного проживания и реализации их потенциалу. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Выстава-продаж «Щодра осінь» открыла у Гомелі сезон передновогодних выстав. Сегодня она распочала работу у Лядовым палаце. Свою продукцию тут представили каля 40 предприемств, у большинства свое мясцовых. Основные тематичные разделы – вопротка, обуток, парфюмерия, харчовая продукция. Представлены так само сувениры, выробы народных умельцев. Як поведомили у региональном отделении Белорусской гандлево-промысловой палаты, у снежні передновогодние выставы пройдут у Речицы, Светлогорску и Гомелі. Самой буйной из них станет 11-й республиканский универсальный кирмаш «Новогодний калейдоскоп». Лепшую автошколу Гомеля вызначили сегодня у областной державоинспекции. Подобный конкурс ладится у першиню. Головная мета – выявить лепших майстров по подрыхтовце водителя у категории «Б». А так само параллельно с гэтым оценить узровень ведов и навыков, как наставников, так и будущих водителей. Подробязней расскажет Яуген Пабалавец. У конкурсе приняли удел команды усіх автонавучальных организаций Гомеля. Переможцы вызначаліся у трех номинациях – майстер вытворчага навучання, лепшая курсант и автошкола. Усе выпрабаванні такие же, как и при звычайной сдаче экзаменов на правы. Спочатку вустные отказы, где дозволяется одна помылка, потом автодром и кирование на улицах города. Одна мова крыху ускладняла спаборництва. Треба было не только правильно отказывать на пытание, але яшчэ и робить гэта хутка. Первый этап теоретичных выпрабаванняў прошли далеко не усе курсанты –
Не справились нават некоторые майстры. Что до практичной частки, тут главное – увага. Сачить за станом руху на дорозе, не пропускать дорожные знаки, правильно выполнять команды экзаменатора и не хвалеваться. С самого начала с учеником знакомишься, смотришь по человеку. Если он слушает внимательно мастера, то, конечно, и будет успешно сдача экзамена. По выниках споборництву лепшим майстром признаны Илья Бураков. Лепшей курсанткой автошколы стала Татьяна Жукова, а лепшей школой – организационная структура ДСАФ Центрального района Гомеля. В целом, хочу сказать, что все автошколы находятся в одинаковой позиции. Цифра колеблется от 40 до 60% успешной сдачи с первого раза. У будущем Державтоинспекция планує проводить такие конкурсы и в масштабах усёй в области. Євген Паблавец, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем. У Добрыши из-за пожара у школы пришлось эвакуировать больше как 250 вучнев. По информации областного управления МНС, поведомление об пожаре у средней агульноадукационной школе на улице Гоголя поступило напередодні. До места выклику была накирована техника МНС. По прибытии врятувальников на другом поверсі школы у кабинете немецкой мовы было выявлено задымление. У классе горела подлога. Подразделение МНС ликвидовали пожар. Потерпелых нема. Причина пожару высветляется. Верогодная версия возникновения пожару – свавольство детей за огнем. Сегодня у Гомеля отбылся урок миру, мощности и патриотизму. И он был организованный областным отделением Белорусского фонда миру и примеркованный до надыходящей 73-й годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Миротворчее мероприемство ладилось в рамках республиканской военно-патриотичной акции «У строи заусёды, у памяти навечно». Подробязности у наших корреспондентов. В Гомельском областном палаце творчества детей и молоди собрались представники разных поколений. Тут и живые. Видовожцы подей часовой отчинной войны и молодь, якая мкнется заховывать память о великой перамозе и яе героях. У зале вучни установа адукации областного центра, так само Лоевского, Решевского и Гомельского районов. Дорослые еще раз нагадали им про агульную народную трагедию, якую принесли советским людям 41-45 годы. Были продемонстрованы кадры документальной кинохроники. У свою чергу в выконании детей гучали кранальные песни и верши про подей военного лихолетия. Кульминация мероприемства стали выступления, презентации школьников об героичной биографии своих прадедов. Присутные почули 10 соправданных историй про ветеранов Великой Отечественной войны, которые удейничали у Решевско-Гомельской вызволенчей операции. Я буду рассказывать о своем прадедушке Михальцове Александре Арефьевиче. Он рос, как все остальные дети, но помешала война, и он решил вместе со своим другом пойти к партизанам. Об этом узнали полицаи и приговорили к расстрелу. Его спасли, и дальше он воевал, освобождал Гомель, Брест, всю Беларусь, и вот сейчас мы живем в Гомеле. Я буду рассказывать о участнике Великой Отечественной войны Шпаке Сергей Иванович. В 1941 году попал в плен, где и погиб. Наше училище нашло место его гибели и передало информацию родственникам. Урок миру, мужности и патриотизма был организован Гомельским областным отделением Белорусского фонда миру и примеркован до надыходящей 73-й годовины вызволения города нацожем от немецко-фашистских захопников. Миротворчее мероприемство ладилось в рамках республиканской военно-патриотичной акции «У строи заусёды, у памяти навечно». Акция предугледжвае долготерминовый характер и закликана заховывать героичную память про Великую Отечественную войну и перемогу советского народа, выховывать у молоди почуццё патриотизму и бережливого ставления до героичного минулого своих земляков. И вот они расскажут о своих или про бабушек, про дедушек, или близких родственников, что они знают вот о их жизненном пути и их вклад именно вот в победу, которую мы одержали над самым коварным врагом. Это трудно говорить, когда только Белоруссии погиб каждый третий житель, а если взять в целом, сколько погибло во время войны. Поэтому мы должны детям об этом рассказать, чтобы они знали и помнили, и именно делали все возможное, чтобы именно у нас был мир, дружба и согласие. Вероника Ворошилина, Александр Гамоля, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».
Областный этап Олимпиады по финансовой письменности прошел сегодня у педагогичном колледже имя Выгодского. Республиканская Олимпиада проводится уже у третий раз. Все лето ее удельниками стали 74 старшеклассники. У Беларуси активно реализуются совместные проекты сферы эдукации и банковской супольности по повышению уровня финансовой письменности. Сярод их – Республиканская Олимпиада для школьников. Ее идейным натхняльником выступило Управление Нацбанка Республики Беларусь. Министерство эдукации поддержало инициативу. Все лето у районном этапе Олимпиады приняли удел 900 старшеклассников, сярод яких обрали лепших для удела у областным туры. В Олимпиаде принимают учащиеся 10-11 классов. Первые три места победители, они будут представлять Гомельскую область на Республиканской Олимпиаде в Минске в декабре месяце. Следующая десятка лучших для них подготовлен Национальным банком Республики Беларусь, Приорбанком, Белагропромбанком утешительные призы. Питання гэтага года у асноўным былі звязаны з праведзенай дэнамінацыяй. Напрыклад, як вызначыць сапраўднасць банкнот і тэрмін іх выхаду з абароту. У школах зараз няма прадмета, які забяспечыў бы падрыхтоўку да алімпіяды. У некаторых установах прадугледжаны факультатывы. Аднак кіраўніцтва вырашае самастойна, уносіць іх у расклад заняткаў ці не. Міністэрства адукацыі спадзяецца, што правядзенне гэтай алімпіяды стане стымулам для ўключэння факультатыва ў вучэбную праграму. Міжнародная практыка паказвае, што образование, финансовое образование детей в последующем формирует устойчивую финансовую систему государства, снижает вероятность различных кризисов. Представители учреждений банков в Республике Беларусь посещают школы, где тоже проводят уроки, связанные с финансовой грамотностью, разъясняют какие-то банковские инструменты, банковские продукты. В перспективе говорить достаточно сложно, но я думаю, она и в дальнейшем, эта работа будет находить свою поддержку как со стороны педагогического состава школ, так и со стороны банков, Министерства образования. По выниках Олимпиады третье место заняла гомельская гимназистка Вероника Жукова. Диплом другой ступени отправился с Надеей Никитенко у Житковичи. Переможцем другого этапа Олимпиады по финансовой письменности стал Алексей Васьков, десятиклассник с Калинковичев. Ганна Каральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у православном житті Гомеля отбылася значная подея. У храм преображения Господнего доставили шастинку мощи у святой Матроны Московской. С места подей наш наступный репортаж. Гомель стал черговым пунктом припинку исследования Каучега с частинкой мощи у святой Матроны Московской по храмах белорусского экзархата. До праведной молитвенницы и заступницы, як до незгасного светоча, имкнутся верники у радости и у бяде. Перед свою смертью прадракальница сказала: «Усе-усе, приходьте до меня и рассказывайте, як живой про свой смуток. Я буду вас бачить и чуть, и допомагать вам». Галина Сятун прислуживая у гэтым храме, кольки памятая себе. От прихаджан ей доводится чуть множество дивных историй об допомозе Матроны Московской. Рассказывают, вот обращались, ездили даже в Москву. Вот не было детишек, тут же появились, поехали благодарить. А тут, видите, у нас можно сюда прийти благодарить. И рассказывают по болезни, она помогла. Люди проставят очередь какую, чтобы только к ней приложиться. Она помогает всем. Поверь нашей, нам дано будет. Святую старицу ведают миллионы верников, на Руси ее шануют особливо. Народилась будущая прадракальница невидущей, але все ее житье – приклад бескорыстного служения людям, духовный подвиг любови, милосердности и терпливости. Так само, как и при житті православная Матрона и зараз допомагает людям, подмацовывая у веры, сутяшая, дае надею. В народе святую ласкаво называют Матронушкой. Яна допомагая отримать то, что не имела сама – здоровье, материнского счастья и дах над головой. Для меня это событие моей духовной радости, потому что я знаю из духовной литературы, что Матушка Блаженная Матрёнушка, она является помощницей нашей. У меня есть очень хорошая подруга, которая любит ее очень, просила ее, и она помогла купить ей дом. Чудо было в том, что просто был послан помощник, совершенно бескорыстный человек. Он взял за руку ее деток, повел и купил ей то, что она просила. Место постоянного знаходжения мощи уповажанной у православном свете святой – Покровский жаночий монастырь у Москве. У Гомель же у рамках хрестного хода святыни по проходах белорусского экзархата доставлена частинка мощи Залестинской епархии Русской православной церкви. Поклониться ей можно до 4 снежня. Наталья Игнатенко, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».
Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tevergomel.by. І на гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Мы сочым за развіццём падзей у Гомелі і ў вобласці. Заставайцеся з намі.